Всем привет! Бродим по образам античной мифологии. Пара слов о Гере. Гера – это супруга Зевса, по-гречески и римски Юнона, главная среди богинь Олимпа. На краю земли воспитывала ее нимфа Фетида. Увидев Геру, Зев полюбил ее, ну и похитил, конечно. Гера – охранительница, госпожа, покровительница брака и хранительница семейного очага, помогающая женщинам при родах. Она изображалась в диадеме со скипетром, часто символом звездного неба павлином. Фантазия греков наделила ее властным, строптивым характером, и ревнивая богиня жестоко преследовала не только своих соперниц, но и их детей. Гера родила мужа Гебу, Илифию и Ариса. По версии, родила Ариса без мужа, получив от нимфы Хлориды цветок Соленских полей. Как говорят, миновав супружеское ложе, родила Гефеста, самостоятельно в отместку мужа, единолично произведшего на свет Афину. Они же боги. От прикосновения к земле породила чудовище Тифона. По легенде, увидев слабого уродливого младенца Гефеста, Гера в гневе бросила его с Олимпа, но Гефест выжил и впоследствии отомстил матери. Отомстил он следующим образом. Он создал кресло, золотой трон, равный которому не было в мире, и послал на Олимп в качестве подарка для Геры. Гера, конечно, пришла в восторг, она никогда не видела такой великолепной работы. Но стоило ей сесть в кресло, ее обвили невидимые ранее оковы, и она оказалась прикованной к креслу. Никто из пантеона богов не смог разомкнуть путы кресла, поэтому Зевс был просто вынужден отправить Гермеса, посланца богов, чтобы тот приказал Гефесту освободить Геру. Но Гефест отказал. Тогда боги послали Диониса, бога виноделия, Гефесту. Естественно, Дионису удалось напоить Гефеста и доставить его на Олимп. И, будучи в опьяненном состоянии, Гефест освободил свою мать. Такая история. Вот несколько слов о Гере. Супруги Зевса, главная среди богинь на Олимпе. Вот я нашел немного изображений, картинок в интернете. Посмотрите все. Всем пока, всем привет. До свидания. Это был маленький рассказик о Гере, главной среди богинь на Олимпе. Супруги Зевса. Пока-пока.